На 19 мая общее число зараженных коронавирусом в мире составило более 4 900 000 человек. Около 1 миллиона 900 000 излечились, более 320 000 погибли. В России зафиксировано около 300 000 случаев заболевания. Выздоровело на данный момент 25%, это 76 130 человек. И 2837 человек умерли, что составляет 0,9% от количества заболевших. Что касается Башкирии, то по состоянию на 19 мая за сутки прибавилось 92 подтвержденных результата COVID-19. Таким образом, в республике зарегистрировано 2247 случаев заражения. 714 человек излечилось, 17 умерло.